Всем привет, ребята! Сегодня мы будем рисовать новую комнату нашего дома Ника для Лоу. Давайте придумаем, что будем рисовать. Вход в кинотеатр. Сначала нарисуем только вход, потому что вторую позицию будем рисовать в следующем видео. Если вы хотите, чтобы это видео состоялось, набираем 5 лайков под этим. И будет вторая часть. Погнали! Сначала нам нужно взять карандаши. Вот столько карандашей. И теперь я нарисую площадь. Просто я снимаю с одной рукой. Давайте. Я нарисовала площадь и решила заодно нарисовать уже саму кабинку. Теперь украшаем. Давайте. Все, я украсила, это не все. И да, нам нужно любой фломастер, чтобы ввести. Ну, синий, зеленый фломастер. Ну, про синий можно любой. Чтобы ввести нашу саму кассу. А зеленый нужен, чтобы ввести траву. Ну, давайте это сделаем.